решающий момент уже для ЦСКА. Теперь все в руках Максима Шалунова. И попадает. Максим Шалунов. Ощущение, что у ЦСКА-то есть пятерка, которая будет исполнять Булитов. А скаут этой паузы долго решает. Кто готов, кто не готов. Но какое вот исполнение. Шалунов, конечно. Пауза. И тоже как великолепный бросок получается у Макса Шалунова. И будет волноваться. Обратите внимание, как это мастерство. Кладут обычно шансов, конечно же, вратарей больше на Булитов, потому что прочитать Макс Шалунов. Ой, какой красавец! И это победа ЦСКА. Великолепное исполнение Булитов. Макс Шалунов сегодня 3 из 3. Просто гениально. Длинные руки у Максима и чудесный самый главный доберется до кого хочет. Мировая серия. Холодное сердце, горячее сердце, холодная голова и длинные руки. Все это у Максима Шалунова. Да, прерывается серия побед СКА в регулярном чемпионате.